Андрея Соу. Всем привет, вы на канале Андрея Соу. Привет-привет, ребята! И сегодня мы открываем последнее яйцо, гигантское яйцо динозавра. Там 25 сюрпризов. Да, там 25 сюрпризов. Мы уже открыли два яйца. В первом нам попался... Мама. А во втором яйце нам попался... Дактиль, летающий красный яркий динозавр-хищник с огромной пастью, зубами. И мамонт с огромными бивнями, да? Да. Понравилось тебе открывать эти игровые наборы? Понравилось. А сегодня я открою зеленой робой игровой набор. Это игровой набор от... Zuru Smashers Dino Ice Age Surprise. Давай же покажем яйцо ребятам поближе. Давай. Вот такое вот огромное яйцо Zuru Smashers Dino Ice Age Surprise. 25 сюрпризов. Здесь написано. Посмотреть Smashers вы можете на Ютубе. Вот такой гигантский динозавр зеленый. Он нам должен попасться, Андреас. Ура! Серия номер 3, Дина. Здесь написано смеш, разбивай, ломай. Стретч, тяни. Слайм. Детали попадаются в слайме. Также фриз, замерзшие в чем-то детали. Физ. Пени что-то попадается, пенится. И билд, строй. Собери всю коллекцию Smashosaurus. Айс-раптор. Вот такой вот ледниковый раптор. Близзард, дактиль. Динозаврик летающий, похожий на птеродактиля, который нам попался. И фрозен мамонт, замерзший мамонт. И он нам тоже попался. Открываем. Андреас, а нужно этикетку ведь сперва снять. О, точно. Ух ты, какой огромный пакет был в этом гигантском яйце. Скорее же его откроем. Там попалась карта. Карта, давай скорее посмотрим, что за карта. Андреас, нам попалась вот такая вот карта. Первый этап, второй этап, третий этап, четвертый и пятый этап. Следы динозавров. Попадаются детали. Нужно стереть эти окошки и по этой карте разбирать все, что попалось в яйце. Стираю! И вот же наша карта. Первый этап — какая-то бомба. Второй этап — пакетик с кристаллическим слаймом. Третий этап — еще какая-то бомба. Или пластиковая коробочка Growing Snow — растущий снег. Четвертый этап — пакетик с тянущимся снегом. И пятый этап — зуб.
Похоже на кристаллик что-то замерзшее. Открываю! Ух ты! Сколько там сюрпризов в этом огромном пакете! Вот это да! Такой огромный игровой набор! И яйца маленькие. Ну, давай же смотреть, что там попалось. Бомба! Бомба попалась, да? Что еще попалось? Вот такая коробочка пластиковая. Что-то там огромное, зеленое. Поставка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть яиц, подставка. Еще огромные пакетики. Кристаллический слайм и тянущийся снег. Вау, там огромная пасть. Огромная пасть нашего динозавра. Вот такая вот. Вот это интересно, Андрес, да? Да. Давай же скорее открывать. А еще инструкция. Инструкция, давай же посмотрим поближе ее. Вот такая вот инструкция, чтобы собрать нашего динозавра, похожего на Рекса. Вот такая вот голова, туловище, хвост огромный и конечности. Андрей, а что же мы первое будем открывать? Первая бомба! Бомба первая. Мы ее будем в водичку ложить или же поливать водичкой? Поливать водичкой. Андрей, что ты думаешь, нам попадется? Думаю, рука. Думаешь, рука? Ну, хорошо. Давай потихонечку заливай нашу бомбу. По чуть-чуть лей. Вот пошла пена, пенится и пенится. Налей еще чуть-чуть. Чуть-чуть лей. Вот такая вот пена. Там уже что-то есть. Что-то появилось, да? Да. Что-то виднеется зеленое. А где? Я не вижу. Вот такая вот пена. Зальем еще водичкой тихонечко. Поливай. Хватит, хватит, хватит. Что же у нас там попадется сейчас? Андрес, там уже что-то видно. Какая-то огромная деталь. Переверни ее. Она еще не вся освободилась. Что-то огромное. Какая-то огромная зеленая деталь. До сих пор еще пена идет. Ну, сейчас уже все видно. Нам попалась лапа. Вот такая вот лапка. Так этот динозаврик будет огромный у нас, да, раз такая лапа. Вот такая вот синяя вода. Андрей, а что же у нас следующее по карте? Второй этап. Кристаллический слайм. Кристаллический слайм. Скорее же открывай этот пакетик со слаймом. Что же там нам попадется? Ух ты, какая огромная деталь! Это туловище или голова? Туловище! Туловище! Освобождай же его от этого кристаллического слайма! Как же интересно находить детали в слайме, в пене! Да! Освобождай же, убирай весь слайм! И это наше туловище, тоже огромное, да? Вытягивай весь слайм оттуда. И вот же наше туловище мы освободили от слайма. Понравился тебе этот слайм?
понравился. Он тянется. Вот такой вот классный слайм, да? Очень приятно с ним играть. И третий этап. Вот такая вот коробочка. Давай же посмотрим, что там внутри. Growing snow, снег какой-то. Открываем. Вот такой вот растущий снег. И попались нам конечности не динозавра, да? Да. Похоже на соль или сахар, сыпучий, да, такой снег? Да. Четвертый этап. Тянущийся снег. Тянущийся снег. Открывай же пакетик с этим снегом. Тянущимся. Ух ты, хвост выпал, да? Да. Хвостик такой выпал, что-то попалось. Скорее всего, конечности динозавра, да? А еще и нога. Нога попалась, да? Да. Выковыривай весь этот снег. Освобождай все наши детали динозавра. И по нашей инструкции мы соберем сейчас этого яркого зеленого динозаврика. Выковыривай. Ух ты, сколько этого тянущегося снега, да? Да. Вот это увлекательно, искать все детали динозавра, да? Да. Вот такой вот тянущийся снег. Похоже на пластилин. На пластилин похоже, да? Да. Пятый этап. Зуб. Вот такой вот зуб. Какой-то кристалл, да? Да. Что у нас там? Покажи. А вот такая огромная. Открываем ее. Открываем. Сильно тяни. Вот такой вот кусок. И как же ты будешь ее оттуда доставать? Пальцами. Ну давай, ковыряй. Так вот, какая яркая голова динозавра. Выковыривай эту голову. Так быстро досталось, да? Как будто он съел. На желатин похоже твердый. А я открыл быстро. Быстро, да, достал голову. Ну что, готова наша голова? Нет. Сколько же там этого льда, да? Да. Как льдинка. В виде льдинки была эта наша бомба. Да, зубами огромными. Готово! Покажи же этот желатин твердый. Разомни его весь. На кусочки подели его. Вот такой вот интересный игровой набор, ребята. Такой вот красивый этот, на желатин похож. Льдинки, да? Да. А
говорил, он динозавр, нам поможет инструкция. Инструкция нам понадобится. Ну, собирай динозавра. Туловище и голова. Голова и туловище, да? Да. Идем хвост. Хвост сделаем. Конечности. Ноги сделаем, да? Лапы. Столадья. Руки. Вторая рука. Двигаются. Двигаются ручки, ножки двигаются? Двигаются. Поставь динозавра на стол. И у него еще двигается голова. Вот так вот двигается голова с помощью хвоста, да? Да. Вот это интересно. Покажи динозаврика. Вот такой вот динозаврик, да? Да. А где Андреас спрятался? Андреас, ку-ку! Я тут! И колотим яйца. Мне нужен молоток. Колоти яйца. Вот сколько скорлупы. Что-то... А, это бархатистый лев. У нас уже есть такой, да? Да. Что же следующее будет? Ледяной. Что это такое? Что-то на льдинке, да? Москито. Что-то оранжевое. Соник. Нет, это мамонт. Мамонт. Вот такая скорлупа. Достаем же животных. И последняя зверушка. Сколько у тебя зверушек попалось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Посмотрим-ка мы их поближе. И вот же наши зверушки. Дополнились нашу коллекцию. Бархатистый лев сибирский, москито на льдинке. Вот такой вот оранжевый мамонт, красный олень с синими рожками, вот такая вот крыса белая и дикий кабан ледяной. Андреас, и вот же вся твоя коллекция динозавриков. Зеленый динозавр, который сейчас только попался. Красный дактиль с огромными крыльями и пастью. Такой же, как у этого зеленого раптора. И мамонт. Какая фигурка тебе больше всего понравилась? Дактиль. Дактиль больше понравился? Или раптор этот, зеленый динозаврик, который похож на Рекса? Или же мамонт? Мне понравились все. Все тебе понравились, все яркие, красивые и интересные. Давай же покажем всю коллекцию динозавра. Давай. А вот же и наша коллекция маленьких фигурок от Zurus Matchers. Фрости Фокс, белая лиса, Близзард Бронто, бронтозавр, москито. Москито на льдинке, белая и голубая. Вот такой вот олень с синими рожками. Вот такое вот яйцо с глазиком. Три рекса динозавра, все разные, голубой, зеленый, оранжевый. Также винтовольф, зимний волк такой ледяной, мамонт оранжевый, бык голубой такой ледяной, две крысы белая и тоже ледяная, трицератопс оранжевый и попались бархатистые бизон и сибирский лев. А вот же и наша коллекция, все, что нам попалось. Маленькие фигурки. Их у нас 18 штук попалось. И наши большие фигурки. Мамонт, дактиль и раптор.
3 огромных яйца, которые можно обратно собрать. Вот такие вот баночки, подставки для яиц, скорлупа, тянущийся снег. Им, конечно, уже не поиграть, его только выкинуть, скорее всего. Масса похожа на твердый желатин. И вот такой вот классный слайм. Слайм, кстати, нам очень понравился. Он очень хорошо тянется. И это все, что нам попалось с 3 таких больших игровых наборов от Zuru Smashers. Ребята, подписывайтесь на наш канал Андрея Шоу, ставьте лайки. Пока-пока!